Теперь уже ничего. Поехали! И трибуны взревели. До этого обычно в стадионе было слышно только чи-чи-чи, ле-ле-ле, вива Чили, неважно, играла чилийская сборная или... Димарей был бы рад, конечно. Снова у мяча Анхель. Анхель, сильный такой навес, как удар прям. А может и правда удар. Об этом размышлять. Он пошел подавать еще один угловой. Ну, скорее всего, это просто была сильная. Смотрите, что из этого получилось. Месси сейчас налево отдает. Прострел. Кто здесь на дальней штанге? Еще одна передача в штрафную. Дальний удар. Рикошет. Мимо ворот. Мимо ворот Маскерана стрелял. Месси показывал Маскерану большой палец в течение этого сезона неоднократно. Все заканчивалось хорошо для Барселоны. Было. Месси. Димария. Димария ждет Месси. Месси ждет Димарию, но этого мало. Димария сейчас ставит корпус. Выковырял этот мяч. Для своей команды сохранил. А что дальше? Дальше передача вперед. Скидка. Надо бить сходу с левой ноги. Агуэра. Бей! Но не так же слабо. Антони Сильва спокойно забирает этот мяч. Спокойно, как до этого это сделал Ромеро. Слово «спокойно» очень часто здесь по ходу этого матча повторяется. Спокойный Лео Месси пробрасывает между ног Виктору Касаросу. Ну, я думаю, Касарос не сколько расстроился, сколько будет потом вспоминать. А мне сам Лионель Месси пробрасывал между ног. Внукам рассказывать. Вот. Ведь приблизительно Месси стоит больше 100 миллионов евро. Вот, вот эти больше 100 миллионов евро побежали против двоих. Ну куда? Тут, а вот сюда. А вот убегать можно и забивать, и забивать, и забивать! Голь, 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 голь! Агуэро, 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 Серхио Агуэро! Месси не зря туда побежал, в итоге ошибка. И, ну, такая сдержанная радость Херардо Мартино. И сбивает здесь. Вот, пожалуйста, Месси против двоих защитников. Просто сзади бежал, и все. Серхио Агуэро оказался вовремя. По-моему, Мигель Самудио отдал голевую на Серхио Агуэро. Вот он, шестой номер. Оттеснил как здорово корпусом Лионеля Месси, но забыл, что оттеснить корпусом Месси мало. Есть еще ребята неплохие у сборной Аргентины. В принципе, ни одним Месси единая сборная. Не только этого сезона, три. Как в фильме «Кавказская принцесса», комсомолка. И просто красавица. И столько качества Оскара Ромеро. Но пока он не на поле. Пока Аргентина атакует. Пенальти будет. Он ставит пенальти, да? Но раз на него уже машут руками футболисты сборной Парагвай, значит, сейчас будем смотреть за 11-метровым. Перес показывает Самудио. Но он сейчас пытается осознать. Так, Лионель Месси прокидывает вперед. Ди Мария. Скорее был пенальти, чем не было на том повторе. Да, Ди Мария подставился. Это бесспорно. Но против Антони Сильвы. Внимание, пенальти. Лионель Месси. Гол! Гол, 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 гол. Месси, 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 Месси. Гол! 2-0. 2-0 Аргентина. Аргентина в первом тайме уже ведет у сборной Парагвай со счетом 2-0. Второй отметки. Это Лионель. Для него это пустяки. Хотя Антони Сильва угадал направление, но кто потом это вспомнит? Все вспомнят, что Лионель Месси отличился в первом матче за сборную Аргентины. Это придаст ему уверенности в дальнейшем. Именно касаемо, конечно, сборной. Вы не подумайте, что Месси не уверен в себе. Нет. Через центр. Пасторе. Пасторе смотрит налево, почему-то отвернулся оттуда. Но отыгрался с Месси. Месси! Прямо в Антони Сильву. А мы смотрим еще раз, как это происходило.
Банега сделал передачу на Пастора. Пастора повернулся налево. Решил отдать направо на Месси. Месси вторым касанием пробивал с правой ноги. Бил бы с левой, сами понимаете, как Дерлис Гонсалес из Базеля. Это ж момент! Как он сейчас на ровном месте возник? Просто ни с того, ни с сего. Но это же все сослагательное наклонение. А вот Парагвай не в сослагательном, атакует снова. Момент! Гол! Гол Парагвай забил! Вальдес! Он сразу реабилитировался, он показывает, что он-то в порядке. 2-0 усыпляет, 2-0 расслабляет, 2-0. Счет, который уже не существует в этом матче. Уже Нельсон Вальдес все исправил. Ах, какой удар! И как самое главное, вовремя сообразил Вальдес, что не надо затягивать, никого ждать. Пока кто-то разбежится, сразу. Оскара Ромеро по-прежнему нету в игре. Есть зато Анхель Ди Мария. И навес есть. И вот такая вот получается передача на Пасторе. Сдался сейчас Антони Сильва и сделал все прекрасно. Прям реакция, какая и нужна. Антони Сильва. Движение футболистов Парагвая. А сейчас Рокки Санта-Крус под удар. Конечно, исправляйся, Мигель Самудио. Он попытался Мигель Самудио сам на себя злиться. Прямо в Серхио Ромеро. Рокки Санта-Крус корпусом прикрыл. Увидел набегающего Мигеля Самудио. С левой ноги. Тут можно убирать было любой. Закупились стандартами заранее. Нужно попробовать все. Снова навес. Вот такой Лукас Барриос! Барриос! Говорю только с существительными. Парагвай, Лукас Барриос. Ну, потому что так в концовке. Один, единственный стандарт разыграть здорово до этого, но абсолютная тьма, просто мрак и никакой перспективы. И здесь Лукас Барриос с левой всаживает. Так что Серхио Ромеро был спокоен все эти 90 минут. А здесь, может быть, тоже спокоен, но отбить-то никак не получится. Лукас Барриос 2-2. Ай да игрушка. Ай да...